Йо, друзья, всем привет! Меня зовут Андермайн, и сегодня со мной... Андрей, также привет, господам! Сегодня мы будем строить камераменов за... Сколько там? 10 секунд! 10 минут и за 30 минут! Ну что ж, ребятки, перед просмотром этого видео... За 10 секунд мы ничего не построим. Чего? За 10 секунд мы ничего не построим. Ну, надеюсь, что успеем. Ну что ж, ребятки, перед просмотром этого видео обязательно включите VPN. Также в описании есть ссылочка на донат, вы можете задонатить любую сумму и попасть в следующее видео. Также поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Все, ребятки, всем приятного просмотра. Прямо сейчас, смотри, я прописываю команду TimeSetDay, да? Беру таймер в руки, да? И здесь я ищу программу, вот, часы. И здесь мы заходим в секундомер. А, нет, не секундомер, а вот в таймер вот сюда. И выбираем вот 10 секунд. Так, ты готов, Андрей Старший? Давай так, да. Чтобы у нас были хоть какие-то шансы, давай мы с тобой заранее возьмем какие-то блоки, которые нам могут понадобиться, хорошо? Да, сейчас, подожди минутку. Так, я, в принципе, знаю, что мне нужно. Так вот я возьму. И также обязательно нужно взять вот этот вот прекраснейший блок. Я не буду говорить, хотя Андрей Старший 100% и так его не найдет. Так, как только будешь готов, скажи мне и пойди на свою территорию. Зачем тебе коричневый блок? Ну ладно, 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 окей, окей, это там... Надеюсь, Андрей Старший нашел нормальную фотку камерамена. Да, он пошел искать фотку, потому что ему так тяжело. Окей, ну надеюсь, он там нашел правильную фотку. Но вообще у него ничего коричневого нет, если что. Ладно, ребятки, ждем, ждем, ждем. Сейчас Андрей Старший это возьмет. Ты готов? Взял? Я готов. Тогда смотри, иди вот сюда, вот на эту твою территорию. Готов? И... Готов. Таймер пошел уже. Так, ребята, ребята, быстрее, так. Блин, а все, ребят, мне кажется, я вообще не успею. Давайте быстренько. Оп, 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 оп. О. Ладно, хорошо. Блин, а я, ребята, я не знаю, как я вот эту вот дичь должна победить. О, хорошо, хорошо, и стоп! Так. По-моему, там немножко подожди, больше да, времени не... было, мне показалось. Ладно, ну, ничего, это в принципе... Реально. Ой, не, ребята, это не считалось. Так, а ну, стоять, все не... Как так, как ты так делал за 10 секунд? Я просто так... Понимаешь, у меня скилл уже. Ёлки-палки. Ну, слушай, слушай, ну давай вот честно. Мне кажется, даже бесполезно кому-то писать. Тут очевидно, кто победитель. Ну да, тут да. Ладно, ну тогда, ребятки, все, тогда мы, в принципе, сейчас ничья, у нас будет... Так, ничья. Какая ничья, я победил в этом раунде, все. У меня есть первый балл, и теперь у нас есть 10 минут на то, чтобы построить камерамена. Так что, Андрей Старший, можешь, в принципе, ускоряться, так? Ой, ну, можешь немножко замедлиться, имею в виду. Ну да, ты, конечно, построил, фиг пойми что. Так, ладно, ребята, я не знаю, какую он там фотку нашел, Андрей Старший, но давайте так. Хоть что-то, надеюсь, там будет, окей, ребят? Просто, ну, хоть что-то, если там будет, то будет прекрасно. Окей, в принципе, обычно я постройку, которую я сейчас строю, примерно в таком типе успеваю за 5 минут построить на хайпикселе. Может быть, и тут тогда получится, тогда примерно за то же время. Хорошо, в принципе, камерамена я вижу каждый день хотя бы один раз, учитывая, как они сейчас везде тут появляются. Вот, так что как-то так. Ладно, все, ребятки, также давайте мы обязательно возьмем бетончик, еще нам нужен, естественно, беленький. Ой, блин, я Андрею Старшему сказал, ну, ладно, в принципе, я думаю, это ему все равно никак не поможет, так сказать... Не смог ничего придумать, но ладно, я хотел какую-нибудь пословицу выдумать, но не получилось, не фартануло, так сказатеньки. Ладно, давайте мы сделаем еще здесь вот так вот, и хорошо, отлично, теперь вот так вот и вот так вот. Ну, нормально, ладно, ладно, ладно. Я просто не знаю, на самом деле, как галстук сделать, давайте, а если вот так? Не, мне кажется, немножко странно. Да, ладно, давайте мы сейчас по бокам сперва достроим. Давайте мы вообще в целом камерамена сейчас построим, а потом вернемся уже к галстуку и ко всей этой фигне. И потом уже поймем, что да как. Так, окей, ладно, ребятки, давайте немножечко все равно подускоримся на всякий, потому что как-никак время-то не бесконечное, оно скоро выйдет. Ну да, на самом-то деле уже довольно скоро. Так, хорошо, ручечка, ручечка, вот так вот, хоп-хоп. Так, теперь давайте еще вот здесь вот так вот мы сделаем. И начнем продлевать руку вниз. А, правда, я не помню, как у них там именно... А, нет, вспомнил, вспомнил, ребята, однако. Так, насколько я помню, им нужно сделать следующим методом. Так. А, нам нужно сделать, получается, вот таким вот образом. И потом еще взять обязательно другой цвет и бетон. Не, ну, ребята, если честно, это, по-моему, немножко криво выглядит. Давайте мы попробуем вот так вот сделать.
Ну, вот, вот так лучше. Я тогда вот так вот оставляю. И давайте мы здесь делаем что-то то же самое. Так, сколько, погодите, я уже забыл, как я тут делал. Ага, ага. Все, ясненько. Тогда мы сейчас сделаем вот так вот и вот так вот. Хорошо. Так, опускаемся, получается. Вот так вот и вот так вот. Как теперь нужно... Да, в билбатле я очень часто говорю так вот и так. Вообще это слово в целом. Так что не обращайте внимания. Ага, хорошо, а если я попробую... Ладно, пофиг, я сказал, галстук я сделаю в финальную очередь, потому что сейчас лучше на это время не тратить, не отвлекаться вообще в целом. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, прихорошо. Прихорошенски офигенно. Так, так, Я пытаюсь заменять слово паразит на что-то другое, но тяжело, ребят, тяжело. Хорошо, в принципе, окей, 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 окей. Теперь давайте мы прямо сейчас сделаем вот таким вот образом еще. И, угу, проводим вот такую полосу и закрываем, получается, крышечкой вот такой вот. Все, так, теперь сейчас мы это должны прилететь и проверить вообще, как это выглядит. Ну, слушайте, нормально, в принципе. Да, нормально, я считаю, нормально. Так, теперь галстук, галстук, галстук. Давайте мы поэкспериментируем с галстуком. Если, допустим, сделаю так вот полоску. Ну, так, мне кажется, поприкольнее будет. Так, а если попробовать вот эти два блока? Мне уже опять в ДС кто-то начинает писать, но я не знаю. Во, я, наверное, оставлю так. Правда, мне не нравится немного, как я сделал камеру. Мне кажется, я могу сделать по-другому немного. Кстати, Андрей Сташин, напоминаю, нельзя подглядывать. Ну, так, на всякий случай, вдруг ты забыл. Так. Хорошо, ребятки, также нужно сделать... Чё ты хотел сказать? Мы ерундой не занимаемся. Да, так, кто бы говорил, если я готов, конечно. Дополнительный балл мне, да, получается? Нет, если ты готов, ты просто ждешь. Никакого балла тебе не дается. Так, хорошо, ребятки. Готов, ребята. О, отлично. Ну, в принципе, я тоже готов. Я реально за 5 минут даже, ну, чуть-чуть, правда. Да, я даже быстрее 5 минут построил, получается. Ну, окей. Моя постройка, вы, в принципе, видите ее. Давайте тогда сперва оценим постройку Андрея Старшего и... Что это такое? Это камерамен настоящий, ребят. Это больше на ТВ-мена похоже, и то еле-еле, ребят. Ладно, ребят, полетели к моей постройке. Вот у меня реальная топочка. Ты просто посмотри на эту красотищу. Ну, так себе, конечно. Какой? Это прям настоящий камерамен. Тут видишь, прям все идеально сделано. Даже антенка есть. Ну, вообще-то да. Так, ладно, ну давайте тогда, получается, писать сперва можно, в принципе, Зенусу. И спросить у нее, какая постройка будет лучше. Ребята, 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 срочно! Зенус мне только что ответил. И это было очевидно, победил я в этом раунде. Окей, все, ребятки, у меня уже балл. И получается, в принципе, можно, конечно, по логике... Понятно уже, кто в целом победит, но все равно, мы сейчас сделаем еще один раунд. Ну что ж, Андрей Старший, ты готов? Всегда готов. Ну тогда... Таймер поехал. Все, Андрей Старший, погнали. Блин, я чуть телефон со стола не уронил. Ёлки-палки. Надо быть аккуратней. Фух, так, ладно. Берем вот эти все блоки. И сейчас я буду строить что-то реально крутое. Ну, в принципе, я всегда реально крутое строю. Но в этот раз я буду прям вообще жестко, офигенно строить. Так, нет, это мы пока не будем брать. Я это еще не знаю, буду ли я использовать. Окей, ну, значит, смотрите. Тут мы построим полнейшую жесть. Так, хорошо. У нас будет прям огромный такой чисто ботинок. Ну, не, я такой не буду прям, наверное, делать сейчас. Так, сейчас. Нет, все-таки мне кажется, вот такое нужно и чисто... Не, это уже криминал какой-то, хотя... Не, ребят, я переборщу, мне кажется, так. Блин, тяжело, я не знаю, как мне именно построить. Может, в принципе, в такой же, как я застроил до этого, просто еще больше, но я не знаю. Это, мне кажется, будет не особо круто, так что... Окей, гулять-то гулять, как говорится, так что погнали, делаем вот таким вот образом. О, да, это, мне кажется, зря я такое начал делать. Ну, ладно, 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 окей, 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 окей. Допустим, может быть, это все-таки будет нормально. Ну что ж, ребятки, поехали тогда, получается. Таким вот образом будем сейчас строить. Так, ребята, я отключу микрофон. Короче, естественно, мы не будем сегодня сидеть без троллинга, потому что без троллинга это будет супер скучно. Ну, нет, это будет, конечно, весело, но с троллингом, согласитесь, будет поинтересней. Нет, так, все, так что давайте мы вот так вот сделаем. Опа, так, что у нас тут Андрей Старший делает? Значит, видите, да? Предлагаю прямо сейчас, знаете, что сделать? Так вот подлететь, да? Выкинуть топорик, допустим. Вот так вот убрать стенку.
все, давайте пока что, да, пока что не сильно, давайте мы звук у Зенуса вырубим, чтобы он... Начинается. Все, ребята, врубаем. Ребята, он троллит меня, поэтому ставьте за меня обязательно. В смысле я тебя троллю? Я просто сижу, строю. Чего у тебя там происходит? Не может быть, ты все мне сломал. У меня было практически все готово, конструкция, ребята. Чего? У меня полностью было... Че ты гонишь, блин? Я сижу, строю вообще-то. У меня тут не до этого. Нет, у меня постройка серьезная, сложная вообще-то. Тело все было готово у меня, а он мне сломал все. Голосуйте за меня, пожалуйста. Да это, блин, ребята, ну вы понимаете то, что это криминал, я ничего не делал. Ну вообще, как бы, мы голосуем только за то, что красиво, а не то, кто пострадал. И вообще-то я ничего не делал сейчас, кстати. Так что, ребят, ну блин, ребята прямо сейчас могут подтвердить. И в предыдущей серии я тоже ничего не делал, я не знаю, зачем он на меня гнал. Кто сломал? Да чего нафиг? Ничего я тебе не ломал, тут не надо ля-ля. Что делать дальше, ребята? Вот он, смотрите, видите, да? Ну, ребят, он просто давит на жалос. Но за давление на жалос нужно точно мне балдать. Ну, вообще, получается, у нас как бы тут все, побеждает да? только тот, у кого реально красиво построено. Так что балл дается только тому, кто красиво построил. Все, хватит ныть, Андрей Старший. Вообще, я тут ни при чем, как бы. Так, все, ребятки, продолжаем строить. Нечестный человек играет. Да. Ой, да, вообще. Да, конечно. Скорее всего, ребята, надо будет дизлайк ставить теперь. Да, ребята, ну вы слышите, да, этого манипулятора? Просто манипулятор 3000. Вот это получается человек. Ой, человек. Не, ну вы слышите это? Ну что это вот за манипуляции? Реально происходят какие-то. Так, давайте мы лучше будем строить. Да строй дальше, хватит ныть! Каких игроки нам не нужны? Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, кстати, нам не нужны только те игроки, которые плохо строят. А строит только один человек. Плохо. Не, ну, ребят, ну вы слышите? Ну, что это за давление на жалость? Все, хорэ, ребят. Ну, мы не верим такому. Андрей Старший, не прокатит. В предыдущей серии просто ты надавил на жалость, но в этот раз все уже не сработает. Я ребятам все объяснил. Они все поняли. И в этот раз они точно не поведутся. Да никто не поведется, хватит ныть. Какой полости никто не ожидал. Не, ну вы слышите, ребят? Ну, просто врет и не краснеет. Хотя мы, в принципе, не у него на арене. Можно прилететь и проверить. Может, он все-таки покраснел хотя бы для приличия. Но я сомневаюсь. Это человек слишком... такой. Ну, услышите, да, это? Ну, услышите. Даже если у него там что-то поломалось, он за это время, пока он ныл, мог уже все это дело вернуть так, что ноет больше, чем строит. Вернуть-то я вернул, да, но он же опять все сломает, ребята. Да какой это? Я даже ничего не делаю, ребята, ну подтвердите. Ну, видишь, слышишь, все говорят, что он подтверждает, видишь? Какой-то странный у него голос и смех, да, ребята? Какой смех, блин, я сижу спокойно! Истерический какой-то у него, да, уже чувствуете? Не, ну, ребят, вы слышите вот эту вот манипуляцию, да? Это реально, это по-другому не назвать, это чисто манипулейшн лютый. Кто-то здесь с человеком с этим не то, ребята. Да, ну вы слышите это, ну кто тут явно... Да все, давай, хватит ныть, короче, все, давай строить. Давай, главное больше не да делать. Да ты не успеешь, да хватит, все, строй. Да мы разберемся, успеем, не успеем, это уже наше дело. Главное, не подлости, не делай нам. Я как раз вот сейчас сижу и строю, и вообще ничего не делаю плохого. Ну, мы все надеемся на это. Да я ничего даже не делаю, вообще, подписчики вообще-то за меня. Ребят, вот напишите в комментариях, за кого вы, за Андрея Старшего или за меня, напишите в комментах. Да-да, только вы давайте там это, хорошенько подумайте перед ответом, а то как это, из канала уйти можно. Так, ладно, все, давайте не просто будем продолжать. Не давите, слышите, да? Раз, два, три, вот четыре. Это игрок. Нет, стоп, раз, два, три. Да, вот это подлый игрок. Ну, вы слышите, ребят, ну что это такое? Не, ну, вот он сам угорает, слышно ж, прямо сейчас. Я же просто шучу, ну что ты начинаешь-то? Ну, то есть ты хочешь сказать, что тебя еще даже ничего не ломалось, да? То, что ты меня сейчас тупо троллил все это время, да? Ты мне сломал два раза все. Два раза уже сломал все. Чего? Я тебя даже не трогал! Ты чего? Помнишь, что один, да? Ребят, я не понимаю, что с этим человеком происходит?
Не понял. Ты что на моей базе забыл? Я не буду так просто поддаваться тебе, нет! Он уничтожил, получается, все мои конструкции? Он просто пришел ко мне на базу и хотел все разрушить, ну ребята! Я сижу, то есть спокойно, просто строю, а этот человек приходит, чтобы мне все уничтожить! Вы серьезно? И вы еще хотите за этого человека быть? За него играть? А ну иди давай отсюда быстро, иначе я тебя вообще забаню сейчас. Давай, 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 давай. Я сохраню эту команду на всякий. А что ты меня убиваешь все время? Это чтобы ты тут мне ничего тут не делал. Все, давай, я тебя тут поставил спаунпоинт. Смотрите, он специально тянет время, что я ничего не успеваю теперь. Не, ну вы видите, что он творит? А? То есть он сперва прилетает ко мне на базу, чтобы все разрушить, а потом еще и гонит на меня же самого. Полторы, естественно, я не успею. Полторы минуты, ребята, ну что такое? Нет, ребят, ну вы слышите, да? Это ужас. Конечно, слышит и видит все. Ну вот этот человек вот по имени Андрей Старший, это какой-то капец. Ну смотрите. Это для профилактики! Чтоб ты знал, что гнать на меня нельзя. Не, ну вы понимаете, вот что я ничего не делаю, ребят. Ну, вот я просто сейчас сижу все это время строю, а человек просто берет и сейчас нам мешает. Стоп, так это ты, получается, главная крыса? Так это ты же сейчас мешаешь же нам, как раз, чтобы мы с ребятами, ну то есть я не успел. Еще, смотрите, идет к нам, причем на базу, что-то тут собирается делать, да? А ну иди давай отсюда. Смотрите, опять уничтожил. Не, ну вы видите, да? Я охраняю свои крутые постройки, чтобы вот эта вот крыса их не сломала. Ну как так работать с таким человеком? Не знаю. Видите, еще и манипулирует опять вами. Ну, ребят, ну мы уже не ведемся на такое, так что давайте просто его будем игнорить. Все, договорились? Отлично. Я готов, ребята, давайте отчет. Ну, смотрите, ребят, опять приперся просто. Ты понимаешь, что ко мне нельзя как бы приходить, потому что я еще строю, и это запрещено правилами. Ну, я-то уже закончил. Так все равно нельзя, потому что я же еще не закончил. Что-то ты бежала. Тебя снимается бал. Не, ну, ребят, это не считается, как бы, ну, вы знаете, да, то, что это не считается. Ребята-то у нас шарят за билбаттл, они же там смотрят все серии у всех ютуберов там, наверное, разных. Продолжаем строить там ля-ля-ля. Ля-ля-ля, тополя. Ну, начинается опять. Я посмотрите, он яму сделал мне. Ну как вот играть в таких условиях, а? Ну как? И он уничтожил мою эту конструкцию. Зашибись. Поиграли в Билл Баттл. Слышите это? Ну вы слышите, да? Это просто угар. Ребята, ставьте лайк, я тогда буду больше снимать Билл Баттл, больше будет роллингов в Билл Баттле. Ладно, я продолжаю строить за кадром. Ребята, прямо сейчас я ставлю финальные штрихи. И после этого уже все будет готово. Так, сейчас, секундочку. Как бы времени у нас еще много. А чем-то веселым позаниматься хочется, да? Так что мы сейчас сделаем вот так. Вот так. Почему? Просто я думал, он еще столько строит, он собирается вот это вот мне показать, это серьезно? Он вообще типа не хочет стараться или что, ребят? Что за бред? Ладно, давайте мы ему поможем немного. Ждите реакцию. Она уже скоро будет, я уверен. Ну-ка, ребятки, слушаем внимательно, сейчас начнется бомбеж. Опять все поджег мне. Так, все, ребятки, тихо. Сейчас давайте мы вот так вот сделаем чисто. И включим. Барабудай, бабу дибу будай. Барабудай, бабу дибу будай. Вари арбудай. Мампира биририм, мампира биририм, мампира биририм. Паушк, пау. Чисто музончик из смешариков сделали. И моя постройка получается полностью... готово. Почти. Сейчас, ребятки. А моя опять горит в лаве. Он опять лаву на нее скинул. Ребят, ну вы слышите, да, этот бред? У меня было установлено на 70 блоков, а он все сжег.
Ну, слышите, да, это бред. Все, ребятки, давайте тогда оценивать. Давайте полетели к Андрею старшему и... Ты что за все залил? Видите, он... А ты зачем себе базу-то залил? Точнее, постройку. Я даже не умею так делать. Вообще не умею так делать. А что в этом сложного? Ты просто сейчас возьмешься, вот так вот ведром обольешь и все. Давай тут не выпендривайся. И этот человек, видите, ребята, он еще на меня гонит. Он просто вся сам взял и лаву разлил. А у меня конструкция была выше стены была, а он ее взял всю расплавил. Ну, слышите, да, это вообще, ну что это за бредятина? Ты давай лучше это убирай все. Сейчас, ладно, у меня есть для тебя тогда решение. Сейчас можно, знаешь, что попробовать? Сейчас, смотри. Можно взять... Нет, сейчас, погоди, где эта штука? Так уж и быть, давай я тебе помогу. Я не знаю, правда, зачем ты это все лавой залил, но окей, я тебе помогу, я как бы твой сын. Я? Не умею так делать. Кто же еще? Я сидел, строил вообще-то. Так, значит, смотри, берем палку, да? Заходим в наковальню, и нам нужно... И нам нужно ее переименовать в магическая палочка. Ну или... Сейчас... Ну, еще можно волшебное. То есть я вспоминал просто слово волшебная палочка. Ребята, все, получилось, получается. Хорошо, теперь смотрите, нам нужно еще взять обязательно книжку. И... Так. Слушайте, это бред. Так, хорошо, смотрите, сделаем вот так вот еще. И отлично, ребят, проклятие утраты у нас стоит. Теперь, значит, смотри, видишь, Андрей старший, у тебя есть... Я тебе вот сейчас показал, да? Волшебная палочка, да? Теперь смотри, вот так вот, смотри вот сюда, да, и скажи, сейчас, как там заклинание звучало, Ахалай-Махалай, да, сейчас я отличу вот, чтобы ребятам показать. Короче, прикол в том, то, что как-то тебе нужно будет сказать, сейчас, секунду, блин, я забыл, как это говорится, Ахалай, нет, погодите, ребята, сейчас я вспомню. А, вспомнил! Короче, скажи Ахалай-Махалай, лава-ухадай. Понял? Готов? Ахалай, лава-ухадай. Так, ну должно было сработать по... Ты что сделал? Ты наверх посмотри, ты что сделал? Так, погоди! Я не то заклинание тебе сказал! Ёлки-палки, Андрей старший, другое заклинание. Скажи, Ахалай-Махалай, лава, ухаждай навсегда. Ахалай-Махалай, лава, ухаждай навсегда. И что? А, во, ребята, она уходит вся. Офигеть, это эпично, кстати, выглядит. Здесь можно целый батл, знаешь, снимать чисто. Так вот так, только надо всплыть, да, сперва? Вау, просто вы посмотрите на этот эпик. Ладно, давайте сюда всплывать. Андрей старший, что ты наделал, елки? Ты внимательно заклинание слушай. Так, ладно, ребятки, я сейчас помогу, конечно, Андрею старшему как-то это исправить. Дай-ка сюда волшебную палочку, пожалуйста. Скинь ее аккуратненько сюда мне. Так, ага. Сейчас я попробую что-нибудь нашаманить. Так, давайте, фигачу, ребята, блин, не получается, сейчас мы справимся, я уверен, так, нужно лишь что-нибудь попробовать еще сказать, так, блин, ребят, какая команда еще может помочь нам, так, Ахалай-Махалай, пердадай, может быть, так, я не помню, ребята, это заклинание, так, ладно, сейчас я сейчас попытаюсь вспомнить, так, вот, о! Так, погодите, должно было сработать. Да! Андрей старший, сработало! Да, ребята, видите, он уничтожил все. Чего, ребята? Да я ему наоборот помогал, он пришел все лавой зачем-то залил. Я тебе вообще-то помог. Ты б хоть бы спасибо, что ли, сказал. Смотрите на этого неблагодарного. Просто неблагодарный. Я ему пришел, помог, а он... Ну, ясно, ребят. Ну, вот больше не буду ему, значит, помогать. Ну, вот, ну что это такое? Ну, пришел зачем-то. Во, смотри, тут внутри твоя постройка. Вот, все. И... Это что такое? Это твоя постройка? Это все, что от нее осталось. Там внутри твоя постройка находится. Не-не, она была выше этой стены даже. Да, конечно. Мы с ребятами все прекрасно видели. У тебя была какая-то фигня полнейшая. У меня отличная конструкция была. Мы с ребятами сюда приходили и видели то, что у тебя фигня полнейшая.
Приходил ты все-таки, значит, так... ты поджег это все. Нет, потому что ты откинулся, когда пришел ко мне на базу, но я прописал команду, чтобы ты откинулся. Я тебе поставил здесь точку возрождения, чтобы ты тут появлялся и краем глаза увидел твою постройку. И я сейчас вижу, она вообще не изменилась. Какой и вообще-то, человек. Вообще-то, я играю в Майнкрафт больше тебя. Я прекрасно знаю то, что блоки, из которых ты строил твою постройку, не горят в лаве. Ай-яй-яй. Ну вот, ребята. Ну все. Как бы, получается, сегодня чистые 3 балла получаю я со своими камераменом за 10 секунд. Вот такой вот он красивенький. За 10 минут и за 30 минут. Ну что ж, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. И всем, получается, покульки до сидорики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Только давайте мы включим камерамена. И все, отлично. Теперь он будет уничтожать скибиди туалетов. Кстати, предыдущая серия была скибиди туалетами. Кто ее не видел, обязательно посмотрите. Ну что ж, всем покульки до сидорики.